Сейчас многие стали выращивать у нас в Сибири, в частности в Кемерово, в Кузбассе, косточковые культуры. Они, в общем-то, прекрасно растут. Сливы, абрикосы. Сливы выдерживают вообще до минус 55-56 градусов мороза. Единственная у них проблема, это то, что они выпревают при нашем снеге. И плюс они любят сухость. Они любят сухость, но умеренную, естественно. Естественно, вода в каком-то количестве нужна, чтобы не пересыхала. И в наших условиях селекционеры советуют садить на насыпи те же абрикосы, сливы, алычи. Так как насыпь должна быть большая, ну, примерно около метра высоты и диаметром, ну, скажем, до 2 метров в диаметре, то это, ну, большие трудозатраты получаются. И так как сезон у нас короткий, конечно, можно это все сделать с осени. Но кто не успел сделать с осени? Можно сделать буквально заготовочку сначала. Сначала заготовочку насыпи. Вот мешки, набитые смесью, камушек у нас с землей. Вот такой вот камушек пошел с землей. Примерно третья часть этого камушка. Золу туда добавить. С полведерка, допустим. Вот абрикос Байкалова. Самый зимостойкий на настоящий момент. 12-21 сорт. Вот мы его садим и также с камушком засыпаем. Конечно, эта насыпь не останется в таком виде. Потом отсадили мы картошку, лук, чеснок и все такое. После чего мы ее наращиваем до 2 метров. Это можно делать хоть все лето. Потому что он сейчас он будет только укореняться и будет расти. Примерно то же самое для тех, у кого болото.